С сегодняшнего дня в Ангарске заработали традиционные елочные базары. Всего предусмотрено 16 точек продажи новогодней продукции. Цены по сравнению с прошлым годом, по словам продавцов, практически не изменились. Зеленых красавиц высотой около метра дают за 500 рублей, двухметровых уже за 1000. Торговать мы будем до 31 числа. Ну, елочка хранится до весны, можете, если поставить ее в песок и водой поливать, то может и прорасти, потом высадить. Здесь можно приобрести и другую новогоднюю атрибутику. Если верить продавцам, цены на игрушки, гирлянды, мишуру чуть ниже магазинских.